Специально для новострой СПБ тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Город мастеров». Новостройка возводится в Калининском районе в 10 минутах езды от станции метро «Лесная». Девелопер проекта – компания «Росстройинвест». Реализация первой очереди жилого комплекса запланирована на второй квартал 2016 года. Полностью проект будет завершен к четвертому кварталу 2016 года. Тип проекта – «Монолит». Новостройка будет включать в себя два корпуса переменной этажности высотой от 14 до 16 этажей и подземный паркинг. Покупателям предлагаются студии, одна-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 23 до 85 квадратных метров. Это Полюстровский проспект. С такой какой-то небольшой скверик. Детская площадка. Жилой дом. И в адрес Полюстровский 71. Можно ориентироваться на него, если хотите посмотреть на стройку. И вот там, вот за синим забором, строится город мастеров. Стройка «Росстройинвест». Вот она, стройка города мастеров. Видно, что активность ведется. Поскольку строительство на начальном этапе, не очень понятно, что конкретно происходит. В той стороне, куда я снимаю, там дальше застройка, проспект маршала Блюхера. Какая-то свалка машин. Что происходит за строительным забором, можно увидеть, если заглянуть внутрь. Устраивают фундамент. Тайный покупатель оценил надежность девелопера в 9 баллов из 10. За предложенную схему покупки наш агент дает лишь 6 баллов, и те авансом, учитывая перспективу появления ипотеки. 5 баллов новостройка получает за цены, которые сложно назвать привлекательными, особенно принимая во внимание срок сдачи. Инфраструктура обещает быть богатой, но отнюдь не в скором времени. А пока до обжитых кварталов около километра. 6 баллов за инфраструктуру. Транспортная доступность оценивается в 5 баллов. Для тех, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом, остается ждать перемен к лучшему. Автовладельцам повезло чуть больше. Эта часть района редко стоит в пробках. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Город мастеров» читайте на сайте «Новострой СПБ».